Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game. Приготовьтесь, у нас сегодня будет довольно длинная серия, наверное, минут на 40. Довольно много чего будет сегодня происходить. И, кстати, довольно много красивых картинок. Ну, главное событие, это у нас появляется, наконец-то, брахиозавр, да. То есть я всегда удивлялся, сколько, 3 года там, или сколько, 4 уже года игре. А почему брахиозавра нет? Это самый там любимый, короче, ну, зауропод. Самый известный, самый любимый, благодаря парку там Миру Юрского периода, да, его все время не было. Был у нас Бонитозаура было, ну, что это за дела. А вот теперь добавляется и Брахич, эта картинка мне вообще напоминает Jurassic World Alive. Давайте сейчас мы тут проклацаем. Сейчас идет турнир, мы, то есть, пойдем в турнир, посмотрим. Кстати, вот тоже красивая картинка, пасутся гигантские олени. Вот тоже, кстати, это аэротитана, если мне память не изменяет. Небо в огнях, тоже это, по-моему, событие у нас идет. Там в Америке, кстати, День независимости, да, 4 числа, 4 июля был. Так, это старая картинка. Вот это очень, кстати, ребята, старая картинка. Кто помнит эту картинку с давних времен, ставьте лайк. Вот тоже, кстати, красиво выглядит картинка скалозавра против Пахича. Да, ну, а тут вроде как пока ничего такого интересного нет. И давайте, пока не забыл, напоминаю, ребятки, то есть на канале Link Game сейчас довольно редко выходят видео, то есть основная часть видео выходит вот здесь, на канале Jurassic World RU, так что как бы там не путайтесь, а то многие до сих пор не понимают, что вот на канале Link Game зашли, и вот здесь ссылка, Jurassic World, сюда переходите, там выходит видео чаще. Так, а теперь давайте к игре, кстати, вот в игре, сейчас я вам покажу, давайте назад переключимся, покажу, что тут изменилось. Вот, смотрите, что нового. Максимальный уровень парка увеличен до 95-го. То есть был 90, добавили еще 5 уровней. Ну, как обычно, добавлять по 5 уровней. Остров Сорна расширился еще 5 новых зон. И скоро появятся новые существа, внесены исправления, улучшения, тирали-вали. То есть это, короче, вы запомнили, да? Давайте сейчас вернемся назад в игру. Так, и вот я зашел на такой сайтец, какой-то там JurassicFandom.com. Вот здесь расписаны награды, то есть какие, так, закройся, награды, которые идут, но они пока что не обновили, видите, то есть 91-5 уровень еще не прописали. Ну, я так понимаю, ничего ценного там супер не будет. Вот на 85-м дают Акантостегу. Ютиранус на 87-м, я, кстати, вот на 87-м уровне нахожу, я парк свой еще не прокачал, этим мы тоже немножко займемся. На 90-м Мозазавр, ну что там еще, там на 95-м, ну, можете в комментариях напишите, если вы уже это дело встречали. Теперь, да, вспомним про брахиозаврика, да, вот у нас вот в такой вот подсказочке, смотрите, пишется, что брахиозавр был 26-30 метров. Да, ну и жил 145-150 миллионов лет назад. А если зайти в вкладку, то здесь пишется, что он был 18-20 метров, да? Ну, вес 28-58 тонн. Вот так вот. И по поводу жизни, да, смотри, динозавры вымерли 65 миллионов лет назад, да? И получается, что 90 миллионов лет назад, то есть после того, как появился и вымер брахиозавр, еще динозавры жили 95 миллионов лет. Это чертовски много, ребята. Очень много. Так что это очень древнее создание. Очень древнее. И в высоту он был примерно там, короче, под десяток метров, да? Давайте сейчас картиночки тут вспомним. Вот это, кстати, прикольная картиночка. Тоже с сайта Fandom. Это у нас с Evolution'а. И где-то тут вот на фоне человечек. Смотрите, какой человечек на фоне Брахича, блин. Человек 2 метра, тут 5. Ну, тут даже больше 10 он. Я бы так сказал, что он выглядит даже поболее того. А это из документального BBC-шного фильма, да. И еще, что я хотел. Вот, короче, есть там кто-то на каком-то там канале. Давайте рекламу сделаем. Бесплатно. Компания AD. А это типа плагиат под еже... АД какая-то здоровенная рекламная, короче, контора, у которых там несколько миллионов подписчиков, да. Ну, тоже ребятам кто-то сделал история брахиозавра. Я сюда зашел чисто, чтобы вот... Чтобы вот вспомнить картиночку брахиозавра. То есть это история брахиозавра по фильмам «Парк Мирического периода», да, вот, короче, это вот... Ой, куда ты класснул. Это вот он в парке так был, да, появился... Первое впечатление. Шикарный, короче, это фильм какой-то старый. А как красиво был там нарисован Брахич. Так,
шикарно. И еще классно, как он появлялся в этом, в мире юрского периода, да, вот в начале фильма, вот он тут выходит, мир юрского периода 2, да, ну и всем известная сцена, в которой все плакали, это вот, когда брахиозаврика не забрали, и он, бедняжка, сгорел в лаве. Кричи! Ну, в общем, все ребятки всплакнули, а мы возвращаемся в игру. Так. Давайте зайдем вот сюда. Выберем все существа не в коллекции. Вот этот наш брахиозавр. Вот он. Ну, в принципе, я думаю, сейчас мы в турнире это сейчас посмотрим. Давайте зайдем. 150 генчиков. Так, переключаться я уже не буду, да, можно на весь экран раскрыться. Так, исчезай эта надпись. Так, давайте заглянем сразу в гавань, может, что тут толковое есть. Доллары мы ни в каком случае не тратим. О, вообще шикарно, 30 лямов. А у меня, видите, у меня оставалось 30 лямов. До того, как я начал записывать, у меня было 86 лямов. То есть я 50 миллионов потратил на статуэтки Хэма, да. Ну, сейчас я вам покажу это. 6 миллионов на гены, меняем. Еду можно заработать за монетки время, да. А остальное не получится. Так, ну вроде как все. Ничего пока толкового здесь нет. Монетки на еду, на ДНК разменять. Не знаю, я моды обычно выбираю. Хотя в моды не захожу, сейчас не играю. Остров Сорна. Давайте заглянем на остров Сорна. Что у нас тут? 5 новых зон появилось, говорят. Или я уже их использовал с вами. Вот мне вообще интересно. Так, ну вот у меня тут одна зона осталась. Ну вот вторая там. То есть, что-то я не вижу здесь дополнительных зон. Я их уже, получается, использовал, что ли. Так, мы давайте вот этого вот парня заберем. И я его продаю. Я его продаю, ребята. Так, еду я поставил. О, смотрите, у меня 600 этих осталось. Давайте мы сейчас сделаем волшебство. Это вот так. И вот так, все, то есть... Ага, нет, не собрал. Блин, я ж пока на Зоем не клацал. Чё так? Куда деньги? Где мои все деньги? Где мои деньги? Так, ладно, они быстро восстановятся. О, Офия Камим, у меня 40-й такие. Прикольный. Прикольный парень. Давайте вернемся на Сорну. И сейчас посмотрим. Вот, что я делал, да. Ой, я строил и продавал статуэтки Хэммонда. О, сейчас мы переходим на 87-й левел. И связь с сервером прервана. Блин. Прикольно. С чего бы это она была прервана? Ну, картинка красивая, мне нравится. А, это... Блин, это была награда за 87-й левел. Да чтоб вам нехорошо было. Да. Так, а теперь давайте вспомним, как я прокачивался. Как бы тут ничего не изменилось с тех пор. Статуэтка Хэммонда стоит там 900 с чем-то тысяч, почти миллион. Да, продаем мы, естественно, все здания за полцены. То есть, давайте по-быстренькому покажу, кто вдруг забыл или не знал, как прокачать уровень свой быстро. Особенно, ну, на начальных этапах он прокачивается просто молниеносно. Так, заходим в рынок, в здание, сортируем по цене, вот наши статуэтки Хэммонда. Вот, смотрите, у вас должна быть одна полосочка, чтобы помещалась только одна фигурка, и больше ничего не было, да. Вот, размещаем вот в самый низ там или в самый верх, кому как удобней. Главное, размещаем вот этот уголок по центру экрана. Вот примерно центр экрана, вот где эта пальма, да, мы чуть-чуть выше экран поднимаем. Это нужно сделать для того, чтобы следующая фигурка, которая будет появляться, она чтобы сразу появлялась там, где надо, чтобы не нужно было их руками выставлять. Смотрите, вот так вот мы сделали. Опа, сразу заходим, и видите, она появилась здесь. Если я сделаю вот фигурку не по центру, смотрите, что сейчас будет.
Видите, где она появилась? Она появляется по центру экрана, потому что центр экрана у вас должен быть всегда вот, ну, вот здесь. Статуэтки должны быть выше центра экрана. Тогда это можно делать быстро, вот так вот. Видите, опа. Раз-два. Раз-раз-два. Раз-раз-два. Раз. Тут я делаю два клика. Вот смотрите, вот раз-два. Раз. И вот так это, короче, быстренько делается. А потом вот так вот делаете. Оп-о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 п. И смотрите, вот насколько мы прокачали уровень. Да. Ну, а потом вот так вот уже. Один раз по статуэтке и два раза сразу вот сюда. Вот. Продать и два раза продать. Ну, это по-быстрому вот так вот делается. Вот так вот это, ребятки, делается по-быстрому. Да. Ну, еще давайте вот так вот. Ну, это у кого рука набита, да, у того получается уже быстро. Вы поняли. Главное, чтобы еще игра не лагала. И было бы все шикарно. Вот так вот. Опа, да. И снова собираем. И снова продаем. Ну, то есть вы, получается, если у вас полный лимит денег, 100 миллионов, вы можете построить 100 статуэток, потом вы продаете 100 статуэток, у вас останется 50 миллионов, вы можете построить 50 статуэток, снова их продаете. Короче, почти 200 статуэток можно построить вот так вот по кругу гоняя деньги. Ну и, то есть, легко прокачать сразу уровень. То есть, имея 100 лямов, в принципе, хватает. 100 лямов хватает, да, прокачать один уровень с 87 на 86, да, примерно хватает. Ну, а на более низких уровнях, как говорится, легче. Да. Так, ну, с этим вроде как все. Давайте теперь пойдем. Так, в турнире я вот тут, на 5 уровне. Сейчас мы продвинемся вперед. И вот у меня сейчас 86 уровень, битва за ДНК. На 87 будет битва за Ютиранус. Да, Ютиранус. 88, 89. А, тут все видно А, не видно. Видно только на ближайших 5 уровней, да? Мозика. Ну, Мозика. Мозика тоже посражаемся. Ну, давайте посмотрим, что здесь. Здесь жесть или не жесть? Нет, здесь не особо жестко. Давайте мы разомнемся тогда. По 1000. Сила удара 1000. Сила удара в 1000. Давайте возьмем Апатича. Потом возьмем амфибию и кого, и ну птера взять, да. Вот так давайте сейчас мы пойдем. Засекаем время. Сейчас у меня 2.44, но минут 10 я уже рассказываю. Короче, будем считать, что я в 2:30 начал. Хотя, может, надо было ударить. Но теперь я бить не буду, потому что он уже защиту, скорее всего, поставил. Эудиморфодон. Защищаться я не планирую. Шестьдесят кадров. Ограничение в игре. Так, появился Гаргазух. Ну, травоядный мне, в принципе, здесь не нужен особо. Мы подождем. Он атакует на все 6, но мне придется подмениться, в принципе. Но это не страшно. У меня полный лимит. Но мы подменимся. Атакую на 2 и раз, 2, все-таки 3 в защиту поставлю. Не запомнил я силу удара. Когда вы начинаете играть, да, нужно запомнить силу удара каждого противника сразу. 1000. Но все равно, да. То есть на 2 удара он меня пробил, потому что за 2 удара дается бонус 40%. Было бы у него 2400 удара. Раз, 2, раз, 2, 3. Наверняка, чтобы. Вряд ли больше 3 он поставил бы в защиту. Ну вот мы его пробили, а ему нужно бить минимум на 3 из 6. Бьет на 4. 2 балла у него осталось, и
Я его пробиваю почти за один удар. У него 2 балла осталось, отлично, смотрите. Мне с запасом хватает. Ам-нам-нам. Блин, ну когда они исправят эту штуку? Чтобы финальная заставка не обрезалась. Так, ну мы идем вот сюда. Битва за Ютиранус у нас открылась. Ну, уровень примерно тот же. Так, что у нас там последнее появилось? 92 уровень, опять же ДНК, ДНК, ДНК. Чё, там до 95-го будет ДНК? Это печально. Так. Ну, мы пойдем вот сюда. Пойдем вот сюда, вот сюда. Так, тут 12 минут. Блин, вау, вот это жир. Я, кстати, никогда не сражался с мод 2 в 12 минут. Ну, сюда, давайте пойдем сюда. Сейчас возьмем какую-то амфибию. Жирную. Ну, тут особо жирного брать, наверное, не стоит. То есть вот так, потом возьмем... Ну так, чтобы наверняка возьмем вот так. И вот так. 12 минут осталось, ребята, попробуем, давай, выполнить этот турнир. Блин, успел, не успел. Прикольно выглядит, кстати. Да, у меня же его-то в коллекции нет. Давайте продемажим его. Красиво выглядит, да. Такой какой-то перламутровый, переливается, что ли. Блин, а это я зря сделал. Он меня сейчас пробивает. Не так я хотел. Да, зря. Что-то не подумал я, что у меня совсем не будет запаса по очкам. Ну, те ребята не пробьют меня. У них под 3 косаря, то есть им нужно будет бить 3 удара. А, шикарные кадры. Шикарные кадры, ребята. Правда, некуда их притулить. Битва индорапторов. А, крутые кадры, ребята. Я тут наскриншотил. Зато теперь скриншоты вам не мешают, потому что я их делаю шадоуплеем. Так, ну это он, получается, на все проатаковал, да? Если я правильно понял. Раз, два, три. 3, 1. Так. Так, ну вроде все. Вроде я не просчитался, и все у нас хорошо. А, что-то у него 5. Ха-ха, я чё мог и пролететь? Да, я не досчитался одного удара. Зато сейчас мы там 1070 урона ему нанесем. Вот и все. Изи катка получилась. Ну тут, блин, тут 4 битвы. Чё, ну мы и пройти не успеем. 3 минуты на одну битву и потратить всех, короче... самых топовых существ, но сейчас мне что-то неохота.